Ну а в эти минуты Владимир Путин находится в аэропорту Бишкека. Подошел к концу саммит стран СНГ. Главы государств подвели итоги работы организации за 25 лет. Обменялись мнениями по дальнейшему развитию содружества. Подписали также важные документы. Сейчас Владимир Путин перед отлетом общается с журналистами. Он обсуждает партнерство со странами СНГ. Давайте послушаем, что он говорит точнее, конкретнее. О выборах мы вообще почти ничего там не можем. Это может сделать только сам украинский народ и его представители. Но что мы можем сделать? Создать условия для переговорного процесса и сами в нем поучаствовать в виде посредников и гарантов достигнутых договоренностей. Вот это мы можем, хотим и будем делать, если этого хотят наши партнеры в Киеве. Спасибо. Спасибо. Тут был Владимир Путин. Сегодня на саммите СНГ в Бишкеке вообще царила очень теплая атмосфера. У президента Киргизии Алмазбека Атамбаева было прекрасное настроение. Он без конца смеялся и заключал нашего президента в объятия. Давайте посмотрим, как это было. Когда вас вижу, будто вижу не просто там соратника или партнера стратегического, я будто вижу брата, родного брата. Наши отцы, я думаю, не зря воевали вместе. Не зря воевали. И мы должны их дело продолжать. Но без войны желательно, конечно. Видели, если не вспомнили Советский Союз. Это причем президент Александрович поет, а не Россия. Про Советский Союз, про это. Вот такая настоящая крепкая мужская дружба между нашими президентами. Ну и хорошее настроение Алмазбека Атамбаева тоже вполне было объяснимо. У него сегодня юбилей 60 лет. Владимир Путин в день рождения киргизского его партнера вручил орден Александра Невского за большой вклад в укрепление сотрудничества между нашими государствами.